Привет, ребятки! Угадайте, почему я сегодня в ушках? Правильно, я уверена, что вы угадали, потому что у Плюша день рождения. Вон он улыбается. Ой, чаровашка. С днем рождения. Вот тебе тортик. Нравится? И подарок. Подарок. Балочка. Одобрим? Кивнул. Настоящий джентльмен. Кушай тортик. Кролика мы поздравили, теперь можно погулять. Погода, правда, не очень, но я думаю, сойдет. Там фазаны! Ребятки, фазаны куда-то пропали. Следы есть, но их самих нет, и куда они ведут, непонятно. Давайте их найдем. Надо подключить нашу няшку супер-мега-крутого и уже целую зиму как распушившегося следопыта. Ничего себе, непричастный оборот. Вперед! Кажется, кто-то поймал след. Давай, сыщик, вперед! То, что няшка след-то не взяла. Ну ладно, ребятки, фотоохота не удалась, зато фотосессия, я надеюсь, удастся. Мадам, примите позу. Ну посмотрите, во что превратились наши елочки! Торчат только ветки. Ну что, ребятки, погонялись мы сегодня за фазанами, устроили фотосессию в няшке. Пора ли о себе подумать. Мы решили приготовить шашлычок. Я считаю, что время жизни за городом как раз в том, что можно готовить себе шашлык, да хоть каждый день. Так что, ребятки, приятного нам аппетита. Вам спасибо за просмотр. Подписываемся на наш канал, если вы еще не подписаны. Бай-бай! А фазанов мы потом поймаем.